Я этим летом посмотрел несколько товарищеских игр молодежной сборной наших молодых игроков. И на этом выступлении я заметил несколько интересных игроков. То есть я их уже знаю, но как они выступили на этих товарищеских играх, это полностью было достаточно, что касается меня как главного тренера, пригласить их на эти сборы. Принято решение пригласить этих молодых игроков и дать им шанс, возможность со группой опытных игроков потренироваться и использовать эти сборы за почувствовать коллектив, почувствовать химию и требования, что касается основной сборной. Лето у меня все равно тоже было все в работе. Если и не сборная, то все равно там какие-то индивидуальные занятия то есть. Сейчас здесь рад за ребят, что они вот уже с нами тренируются. Это такой большой опыт для них. И так вспоминаю себя вот 17 лет. Вот одного сегодня как раз день рождения. Поздравляем все вместе его. Я бы вообще, для меня был бы шок. Но такой приятный шок, и надеюсь, он это все воспринимает максимально правильно и кайфует от этого времени с нами. В начале лета я попал в U20 сборное расположение. Там мы готовились к выезду в Сербии, играя товарищеские три игры. Вот, играли мы против двух сербских команд и против команды Анголы, которая была на Олимпийских, квалифицировалась на Олимпийские игры. Потом, после этого мы переехали с U18 в Новогорск, готовясь к турниру в Иране. И в Иране мы играли против иранской сборной и против U18 Турции, там, где мы заняли первое место. И вот сейчас у меня было чуть-чуть отдохнуть и приступить к национальной сборной. Да, пока мы сейчас здесь, в Новогорске, базируемся, мы тренируемся в таком режиме, чтобы войти в свой ритм. Приступая с воодушевлением, хочу набраться здесь опыта и почувствовать, каково это играть против игроков ВТБ. Новогорск, вытягивающие тренировки, кто-то там и работал, кто-то там отдыхал, пытаемся довести игроков приблизительно одинакового состояния. Сейчас, значит, работа на профилактике, травма, чуть-чуть гимнастика, это называем гимнастика мозга, даем некие основные информации без контакта. Потом думаем, что касается и наших баскетболов.